Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек с Яндекс.Маркета. Вот такой вот огромный пакетик, много интересного. Итак, поехали. Вы просили рассказать, как получать кэшбэк на Яндекс.Маркете. Там нужно подключить Яндекс.Плюс. Яндекс.Плюс, там ежемесячный платеж, я уже не помню сколько, по-моему, 200 с чем-то рублей или 199, забыла, если честно. Я уже в предыдущем ролике рассказывала, что он у нас и так давно подключен, потому что телевизор на кухне с Алисой, и чтобы пользоваться всеми ништяками, он у нас и так подключен. Поэтому летом я оформила карту, это делается очень легко. В общем, скачиваете приложение, заходите в свой профиль, и там безумное количество ништяков. Если честно, я даже сама не успеваю их отслеживать. Почему? Потому что, во-первых, они обновляются. Там есть разного рода задания, которые ты выполняешь легкие, допустим, там какую-то даже игру пройти, там один уровень, тебе за это начисляют баллы Яндекс.Плюса. Один балл Яндекс.Плюса равен 1 рублю. То есть это круто, это выгодно на самом деле. Много разных заданий есть, как бы, ну, которые вы захотите выполнять, есть, которые вы не захотите, но тем не менее это халява, скажем так. Оформляйте карту, там идет привязка к госуслугам. Меня сначала это смутило, потом нет, а что в этом такого? В общем, потому что есть на Яндекс.Маркете сплит, это система рассрочки. То есть можно что-то купить в рассрочку, в легкую. Там выбирается платеж ежемесячный, да, без процентов, все, рассрочка. То есть хотите что-то купить в рассрочку, Яндекс вам в помощь. Никаких проблем вообще с этим не возникает. Поэтому, естественно, идет привязка к госуслугам, потому что, ну, когда вы берете рассрочку, везде нужен паспорт, как ни крути, правильно? Правильно. Карта оформляется очень быстро, там буквально 2-3 минуты, все. И она оформлена, привязка к госуслугам, все, у вас оформлена карта. И по карте цена на тот или иной товар будет на какой-то там процент тоже ниже. Это тоже плюс, с этим тоже делом можно экономить. И ежемесячно тоже заходите в свой личный кабинет, в приложение, нажимаете на профиль, да, и смотрите. И там все по пунктам, там очень много информации, очень много заданий, очень много ништяков. Выбираете 4 или 5, 4 категории, да, 4 категории с повышенным кэшбэком. Каждый месяц предлагаются разные категории, и еще когда вы их выбираете, в конце небольшой такой опрос. То есть вам понравились какие-то месяцы категории, можете поставить да, вы можете поставить нет. И каждый месяц они разные. У меня вот в этом месяце красота, я выбрала автомобиль или еще что-то. То есть список где-то порядка 10 категорий, из них вы выбираете 4 категории, по которым наиболее часто совершаете покупки, да, чтобы получать кэш. Процент кэша тоже разный, он тоже меняется, но тем не менее приятно. Кэшбэк этот возвращается денежками Яндекс.Плюса. То есть одна денежка Яндекс.Плюс равна 1 рублю, и ими вы потом расплачиваете. То есть нет, да какая-то покупка у меня идет за 1 рубль, то есть бесплатно, потому что вот это вот все копится, и это очень удобно, это очень классно. Поэтому скачивайте приложение, оформляйте свой профиль, смотрите задания, смотрите вот этот кэшбэк, оформляйте карту, как бы, и пусть ваши покупки будут максимально выгодными. Ну, а почему бы нет, правильно? Мы все любим как бы с максимальной выгодой для себя покупать то, что нам нужно. Поэтому надо брать от этого все. Так, с чего начнем, девчонки? Смотрите, я купила вот такую вот интересную форму для салатов, для тортиков, еще для чего-то. Вот на Новый год какие-то слоеные салатики делать. У меня такой вещи не было, поэтому решила, что мне надо. Так, какой у нее здесь размер? А, она раздвигается, смотрите, от 16 до 30 сантиметров. Вот тут сбоку написано. Я вот такое вот хочу давно. Все покупки опять очень бюджетные. В основном здесь у меня все для дома. Для дома всякие нужности и интересности. Давайте доставать и смотреть. Она у меня уже вот в коробке раздвигается. Еще коробку порву, наверное, девчонки. Ну, бог с ней. Так, такая металлическая форма. И вот она, да, раздвигается. То есть, ой, класс! Я думала, она маленькая. Нифига себе! То есть, вот такой даже торт можно замутить. Большая и высокая. Смотрите, какая высокая. Если хотите салатик сделать раз, 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 сделали маленькую. Слушайте, ну это прелестно. Это просто прелестно. Цена вопрос там какая-то смешная. Две такие ручки удобные. И тут еще, кстати, есть сантиметры. Видно вам, не видно? Вот как линеечка. То есть высота у нас с вами получается 8,5 сантиметров. А, еще есть диаметр. Смотрите, тут вся окружность, она пролинована. То есть, если вам прям вот нужен определенный диаметр, может, вы там мастер-кондитер, вам нужно именно 180 диаметром. Хоп, до 180.
завернули вот так вот. Это 180 диаметр. То есть очень удобненько. Классная вещь, ничего лишнего. Я думаю, мыться будет хорошо. У кого такие штуки есть, кто пользуется, напишите лайфхаки, как пользуетесь, для чего. Я так-то вот с целью именно салатов. Может, и бисквит решусь. Печь? Не знаю. Посмотрим. Вообще можно? Вообще в такой штуке можно печь? Не случится с ней ничего. Кто знает, девчонки, в такой штуке можно печь? Тут по-русски ничего. А, форма для выпекания. Можно, значит. Значит, можно, по идее, да, называется форма для выпекания. Ну, логично, логично. Так, дальше у меня покупочка, вот пока рядом лежит, покажу. Вот так была упакована, прям в пакетике. Это смесь. Я уже рассказывала, что беру в последнее время ее только на Яндекс.Маркете. Крестюшка еще пьет молочко, это Нутрилон 4. И самая дешевая цена с вот этим вот кэшбэком, с вот этими баллами Яндекс Плюса выходит на Яндекс.Маркете. Поэтому только там покупаю. Это мега удобно. Это мега выгодно, скажем так. Хотя бывают акции там и в детском мире какие-то хорошие, но все равно на Яндекс.Маркете дешевле. Так, это что-то я девчонкам заказывала. Уже забыла, что. А, это трусики Крестюшки. Во, в какой коробочке пришли. Заказала Крестюшке набор трусиков. Тут 3 штучки разных расцветок. А, так, 5-6 бантик, розовый, желтый, размер М. Состав 95 хлопок, 5 эластан. Давайте одни какие-нибудь разверну. Посерединке, которые красивые. Посмотрим, в коробочке приходит так здорово. Коробочка пригодится, классная. Крестюшки там под карандаши. Размер 5-6. Очень интересно. Нормалек. С запасом, конечно, чуть может быть великоватый. Но ладно, свободненько на резиночке. А так вообще у нее сейчас немножечко поменьше ее трусики. Хороший хлопок, такой мягенький, приятный. Они на самом деле такие ярко-розово-коралловые, камера вам врет. И вот тут есть вот такая вот резиночка. Она пришита, прошита и пришита. И вот тут, наверное, резиночки. Да, резиночки такие. Но для ножек широкая, прям широкий разъем. Посмотрим, наверное, ей еще великовато. Но сейчас постираю, хлопок дает усадку. Может быть, подсядут немножко. Да, я взяла на размер 5-6, на возраст 5-6 лет. Ну, Китай везде, поэтому размеры, которые пишут, это так себе. Самый любимый мой Доместос. Много раз его уже вам показывала, и он очень часто бывает по акциям на Яндекс.Маркете за 299 рублей. Самая классная на него цена за 3 штуки. Одного блока. Какой аромат пошел, упаковка нигде не надорвана, ничего, но аромат уже пошел обалденно. У меня девчонки, кто пробовал, все заценили. Именно вот этот оранжевый. Он такой не оранжевый, а кораллового цвета. Больше камера вам делает розовым, коралловый. Обалденный аромат, он слышен в туалете, он слышен в ванной комнате, то есть, ну, вообще шикарнейший аромат, и держится у меня лично этот блок 2 недели, если все остальные, там, бреф и так далее, они максимум неделю очень быстро смываются, потом подтекать начинают вот эти слюни, нет, вот самый лучший, девчонки, из всех, что пробовала, держится один блок 2 недели, то есть, вот этого на 6 недель, но это же круто, круто, круто и бюджетно, надо смотреть, ловить акции, 299 рублей, самая классная на него цена. Так, дальше, девчонки. О, еда, 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 еда. Гречку взяла. Увелка. Тоже поймала цену. Там что-то в районе 40 рублей, девчонки. 5 пакетиков. Мне нравятся крупы от Увелки, поэтому почему бы и да. Все ссылки я вам, как всегда, в инфобоксе оставлю. В том числе промокод на первый заказ. 10% скидка. В общем, все полезности. Проходите, все там будет. Так, дальше. Носки. Вот такой набор носков тоже до 300 рублей что-то. Девчонки, Женя взяла мужу. Здесь сколько у нас пар-то? Сейчас найдем. Вот этикетка. 100% хлопок. Чуть не пишет, сколько пар. 25, что ли? Нет. Здесь не 25. Сейчас посчитаем. Хлопок 100%. Стирать с изнаночной стороны. Мягкая резинка. Стойкая окраска. Вон оно, как видали. Не пишут, сколько пар почему-то. Сейчас посмотрим. Вроде отзывы хорошие были на носочки. Носки такая вещь, знаете, чуть начали там протираться или еще что-то выкинул. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 пар. Сейчас по качеству гляданем. Такая этикеточка. Тоненькие носки. Брала ему тонкие, потому что он работает в теплой обуви. И ему вот толстые носки практически никогда не надо. Тут зашито, придется потом отрезать. Сейчас не буду рвать. Так, ну, резиночка мягкая, широкая. Носки, судя по всему, длинные. Не разверну, сейчас ножницы нужны. А, хлопковые, тонкие, обычные. Вот видите, светят носочки. Обычные такие вот повседневочки. Хорошие носки. Мне кажется, даже меньше 200 рублей они стоили. Определенно.
Так, едем дальше. Дальше взяла вот такие вот пазлы для Крестюшки. Она очень любит их последнее время. Вообще прям с удовольствием собирает. Кстати, рамочные. Они с рамками должны быть. Нам такие недавно вот крестный подарил. Похожие. Там тоже 4 в наборе. Здесь, по идее, должен быть тигр, лев, бегемот, слон. 3+. Нормально, как раз. Она их с удовольствием собирает, у нее получается, она очень радуется этому. Поэтому пусть ребенок развивается, пусть играется. Да, они рамочные. Смотрите. А, все в одной упаковке. То есть вот у нас рамка. И вот у нас сами пазлы. Кстати, те, которые нам подарили. Нет. А, да, тоже вот в чем фишка. Нам такие же, видимо, такого же бренда подарили пазлы. Смотрите, лев, здесь всего 4 детали, то есть собрать легко, крупные детали. Тигр, здесь 6 деталей, то есть, видите, они помельче уже, их 6 деталей. Слоник, это уже 9 деталей, еще помельче. И бегемот, самый мелкий, здесь 12 деталей. Но, тем не менее, не очень мелкий. И вот для возраста Крестюши самое оно. То есть вот у нас тигр, мы видим, что здесь 6 деталей. Так, сейчас покажу. Да, да, вот мы вчера такой собирали, ей очень нравится. И очень здорово, что есть рамка, потому что ребенок берет пазл, вот у меня Крис, допустим, и идет с ним похвалиться. Вот сейчас бегемота покажу. То есть его можно поднять с поверхности. Сейчас вставлю. Не вставляется, что-то мешается. А, тут слон у меня еще прилип. Все, бегемот вставился. Сейчас подниму. Вот, то есть ребенок собрал пазл и несет вам показать. Вот я пазл собрал. Вот в бегемоте, получается, самые мелкие детали. Вот это вот с рамочкой, мне такое дело очень нравится. Так, едем дальше. Дальше, девчонки, купила кондиционер для белья от Grass. Мне некоторые девчонки давно на Ютубе в комментариях нахваливали его, и мне самой захотелось вообще. Такая бутыль выходит бюджетная. Здесь 60 стирок, но без ножика вот не обойтись с этой пленкой. Смотрите, как запаковали добротно. Вообще на него отзывы разные. Мне было интересно, прям много хвалебных. Ну, вообще марка Grass импонирует, много в чем импонирует. Я думаю, кондиционеры они не так давно выпустили. Ну вот разные. Кто-то прям такие оды поет, а кто-то говорит ни о чем. Посмотрим. Блин, бутыль такая тяжелая вообще. Сколько тут объем-то? Литр 800. Вот такая огромная бутыль, 60 стирок. Взяла именно вот этот вот аромат. Написано, что гипоаллергенно, эффект восстановления черного и защиты темного еще плюс. Он оно как. Без фосфатов, натуральные компоненты. Кто пробовал, обязательно пишите, безумно интересно. А, так, 10 мл на 10 литров ручной стирки. От 10 до 20. А, так, 4-5 кг, 30 мл. От 30 до 60. 30, если хотите свежесть и мягкость. И 60 мл, если хотите экстра свежесть и мягкость. Вот так вот. И 50 мл, если 6-8 кг. Но я никогда столько не нагружаю, поэтому мы будем с вами ориентироваться. Тут есть вообще шкала на колпачке? Надо замерить, сколько в колпачке. Вообще аромат яркий, вкусненький. Похож на черный кондиционер Леон. Арома речи, который... Похож аромат, очень насыщенный, цветочно-парфюмерный какой-то, девчонки. Цветочно-парфюмерный, красивый, яркий. Посмотрим, как будет на белье, обязательно вместе с вами. Все вам покажу по густоте. Ну, средний. Не вода водой, но и не прям густющий. Вот, как бы средний, по густоте средний. Сколько в колпачке миллилитров, мне очень хочется узнать, чтобы как-то дозировать. Сейчас будем стирку вместе запускать. Ну что, девчонки, постирала. На мокром белье душка выражена достаточно ярко, на сухом она тоже присутствует, но очень похож на кондиционер Леон Арома Рич. Даже вот прям вот очень по аромату похож и по функционалу. Белье мягкое, действительно мягкое, очень мягкое, в этом плане все отлично, ничего не могу сказать. А душка достаточно ярко выражена, может чуть поприглушеннее, чем в Арома Рич. В целом мне понравилось, цена адекватная за такой объем, поэтому могу смело рекомендовать. Хороший кондиционер, хороший, ароматный, вкусный. Так, ну и последняя покупочка. Сказала вот такой девчонке органайзер. Для белья, для носков, не знаю, для чего приспособлю. Организация, в общем, хранения. Копейки что-то он стоил, прям совсем копейки. 16 ячеек. Размер его 36 на 28. Высота 10 сантиметров. Потому что, надо тоже смотреть, если в ящик в какой-то... Я вроде посмотрела, мой влезает, который под телевизором.
Хотела что-то еще вам рассказать про Яндекс и забыла. А, еще очень часто бывает, смотрите, вот то, что вам хочется, бросайте в корзину. Смотрите, там прям заходишь, когда товар, карточка товара, там внизу цена, и под ценой там еще написано промокод или акция 3 равно 2 или 2 равно 1. Очень часто такие акции бывают на Яндекс.Маркете. Или промокод на 15, на 10, очень часто на многие позиции. Написано мелко, поэтому вот прям читайте, смотрите, идет товар, картинка, да, внизу цена, и вот там перед описанием, там прям мелким шрифтом есть такой вот прямоугольничек, и там написано, в каких акциях на данный момент этот товар участвует. Такие практически постоянно, особенно сейчас в период вот этой вот бешеной распродажи 11-11. Очень намного снизили цены, и прям вот шикарно. Я не знаю, зачем эти картонки нужны, они здесь две будут сейчас или нет, может их вставлять куда-то надо. Нет, наверное, никуда. Или... А, нет, вставлять вот сюда в боковинке. В боковинке вставлять. Так что вот и без этой акции 11-11 очень часто распродажи бывают. И вот именно промокод. И выходит, вообще что-то можно взять очень дешево. Я девчонкам, когда такое случается, в Телеграм всегда ссылочки кидаю. Если на Телеграм не подписаны, проходите. Ссылка на Телеграм всегда под видео, на канал Телеграм мой. Там всегда все самое первое девчонки узнают. Вот Масура лаки сейчас покупала. Так, девочкам там подробно тоже рассказывала. Вот маникюр этим лаком светоотражающий красивый. Вот тоже он так, там 100 с чем-то рублей еще, а внизу подпись. Промокод 15%. И прям хоп, вообще за 100 рублей. Красота же. Вставила. Вот так выглядит ящичек, такой небольшой. Ну, скорее всего, ну, бюстгальтера сюда нет. Хотя, не влезут, наверное. Под носочки, под трусики можно. Вот такой вот формат. Достаточно удобно. Ну, дышащий такой материал, как обычно, из чего делают такие органайзеры. Вот так он выглядит. Господи, у меня вот этот вот доместос на всю кухню сейчас пахнет. Я не нарадуюсь этому аромату. Еще кондиционер такой пахучий. Ну, удобненько, удобненько. Сейчас пойду что-нибудь организую. Так, ну на это все, мои хорошие. Все показала, рассказала. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. С радостью отвечу. Вся полезная информация в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.